Фотография Ольги Орловой и Ирины Дубцовой вызвала немалый ажиотаж в сети. Давно поговаривали, что именно звезда «Фабрики звезд» заменит на посту ведущую Ольгу Бузову. По словам инсайдеров, руководство реалити-шоу устало от постоянной занятости телезвезды в других проектах. Загруженный гастрольный график певицы и срывы съемочного процесса стали последней каплей в чаше их терпения. Посоветовала достойную замену, якобы Ольга Орлова, давняя подруга Дубцовой. Однако сама артистка опровергла эту информацию. На моих леггинсах написано «леггинсы», но кто-нибудь обязательно увидит, что это юбка или платье. Увидит, прочитает чей-нибудь комментарий и сделает вывод: Ирина Дубцова станет новой ведущей «Дома-2». Звучит абсурдно, согласна, как и 90% статеек, написанных случайными в журналистике людьми, не имеющими соответствующего образования, да и вообще отношения к этой профессии. Я все понимаю, весна, время обострений. Будьте здоровы, сообщила Ирина. Сама Ольга Бузова на подобные слухи предпочитает не отвечать. Звезда уже больше 11 лет является бессменной ведущей проекта. Впервые в «Периметр» Ольга попала в 2004 году, когда ей было 18 лет, и за 4 года смогла построить не любовь, а головокружительную карьеру. В последнее время Бузова действительно задействована во многих проектах различных телеканалов, однако об ухоже, по словам представителей ТНТ, не может быть и речи. Сейчас певица выкроила свободное время в напряженном графике и улетела в Испанию вместе с мамой. Такой подарок она сделала родительнице в день рождения. Пока младшая Бузова открывала салон красоты, Ольга вместе с Ириной Александровой наслаждалась роскошным видом на город и шампанским на веранде. Позже мама и дочка прогулялись по Барселоне, заглянули на пляж и в сувенирные лавки. «Счастье – видеть тебя счастливой. Счастье, что в этот день я могу быть с тобой. Я все для этого сделала. И все сделаю, чтобы ты никогда ни в чем не нуждалась. Я тебя люблю», – написала телезвезда в микроблоге.